Ярко, шумно, на молодежной волне в округе отметили День российского студенчества. Люберецкие учащиеся вузов и СУЗов отпраздновали его во Дворце культуры. Зажигательные танцы, улыбки и неповторимое чувство, что сессия позади. Отбросив зачетки в сторону, свой профессиональный праздник люберецкие студенты отмечали с размахом. Самые активные, молодая гвардия и молодежный парламент, устроили яркий флешмоб. От плясок не удержались и представители власти. Первокурсница Московского педагогического университета Анна Мерлина студенчество проживает в лучших традициях. Не спит и не ест, только учится и участвует в общественной деятельности как вуза, так и города Люберцы. Я успеваю совмещать все это. Это совершенно не школа. Вначале мне было трудно, я не могла привыкнуть к этому ритму. Люди, с которыми я познакомилась, моя группа, они просто шикарны. И я думаю, что благодаря им я влилась в этот процесс более, так не знаю, мягко. 6 средних и высших учебных заведений и 7 тысяч студентов насчитывает городской округ. На праздничном концерте всех виновников торжества поздравили областные и местные депутаты, а также глава Люберец Владимир Ужицкий. Я рад всех вас видеть сегодня, потому что самые красивые годы – это студенческие, самые веселые годы – студенческие. Я вам скажу, все, что закладывается в студенчестве, вы потом будете это все вспоминать, оно проносится через всю жизнь. В день студенчества отмечают еще и православный праздник – День мученицы Татьяны. Без поздравлений не остались и те студентки, кто носит это имя. Подарок сделали и главе Люберец. Теперь он официально дипломированный зачетный глава. А еще на торжестве впервые прозвучал гимн люберецкого студенчества. Друзьям подаешь пример, ты же суперстудент. Менеджер или инженер, повар-корреспондент. Все причастные к двойному празднику смогли проявить свои творческие способности на концерте. На сцене в этот день только талантливые студенты. Каждое учреждение представило свою творческую команду. И как в такой день без угощений? Гости полакомились сладостями и горячим глинтвейном. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.